Мы показываем, как можно легко воспользоваться нашим прицепом оригинальной конструкции, которая позволяет лодку поднять и с небольшой глубины, и опустить на небольшую глубину, и по большому счету глубоко не заезжать вообще в воду для спуска подъема. Вот. Прицеп запатентован в Голландии одним из наших партнеров. Серийно выпускается в Голландии. Нам голландская компания TTH Watersport предоставила право пользоваться патентом на данную систему трейлера. Вот, в принципе, лодку центровать даже и не нужно. Вот она, как она находится, так она находится. Вот, практически в любом положении. Вот ее сейчас ветром будет немножечко заносить в одну сторону или течением, это безразлично. Что при начале вытаскивания, вот оригинальная система колес центрует корпус этой лодки по отношению к прицепу. На таком прицепе нужна чуть более мощная лебедка, чем на традиционном. Потому что здесь подъем осуществляется как бы полностью из воды лодки. Весь ее вес как бы должен подниматься лебедкой. Ну вот, в принципе, все. Дальше уже все видно и понятно. Вот практически мы поднялись. Спасибо, кто смотрел.